Здравствуйте, сегодня среда, 4 сентября, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Семь человек погибли в результате российского обстрела центра Львова. Число погибших при ударе по Полтаве во вторник превысило 50 человек. Подал в отставку министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Роскомнадзор угрожает лишением лицензии провайдерам, ускоряющим работу хостинга YouTube в России. Также сегодня. Лига безопасного интернета – это общественная организация. Короче, я тоже могу сейчас сказать, что у меня лига полепленных пельменей, и рассказываешь, как надо себя вести. Что вот не жрите вашу пасту с песто, потому что это вот плохо и неправославно. Екатерина Мизулина подала в суд на Артемия Лебедева и Юрия Дудя. Российская армия нанесла сегодня ночью ракетный удар по Львову. По данным на этот час, погибли не менее 7 человек, среди них 3 детей. Как уточнил позже в своем телеграм-канале мэр Львова Андрей Садовый, четверо погибших – это члены одной семьи, мать и 3 ее дочерей. Число раненых превышает 45 человек. В 3 городские больницы доставлены 35 пострадавших, среди них есть дети. В критическом состоянии находятся 11 раненых. Об этом сообщает агентство «Интерфакс Украина» со ссылкой на руководителя анестезиологической службы Наталью Маталинец. В связи с ракетной угрозой в третий раз за последние 8 дней Польша поднимала в воздух свои боевые самолеты. Целью удара был, судя по всему, Львовский железнодорожный вокзал, но в результате пострадали жилые дома и медицинские учреждения. Вот что сегодня утром рассказал прибывший на место удара Андрей Садовый. Очень много разрушений, это больше 50 зданий. Большая часть – это сердце нашего города, историческое наследие. Уже точно понимаем, что из 6 домов людей отселяем. 2 школы сегодня не будут работать, так как повылетало много окон. Также повреждены 2 наших медицинских объекта. Это был мэр Львова Андрей Садовый. А число погибших в результате удара по учебному центру в Полтаве во вторник превысило 50 человек. Ранены почти 300. Многие военные эксперты отмечают, что центр находился относительно недалеко от границы с Россией, и это сделало его удобной целью для удара. Подобные трагедии происходили в ходе полномасштабной агрессии России против Украины и ранее. Как подчеркивает полковник ВСУ, бывший спикер Генерального штаба украинских войск Владислав Селезнев, уроки из них не были извлечены, и виновные в этом должны быть привлечены к ответственности, независимо от их должностей и званий. Разговор, в первую очередь, должен начинаться с ответственности. С ответственности тех должностных лиц, которые не предприняли ничего из того, что могло бы сохранить жизни тех ребят, которые погибли в результате ракетного удара российской армии. Мы можем сколько угодно обвинять Кремль и будем абсолютно логичны в этих своих обвинениях, но мы должны четко понимать. Декларируя тот факт, что Украина стремится стать полноценным участником Североатлантического альянса, мы почему-то всякий раз забываем о том, что ключевая процедура, которую каждый раз реализовывают представители стран, входящих в Североатлантический альянс, это так называемый постоперационный разбор. Что бы ни случилось на поле боя, всегда происходит разбор этих событий для того, чтобы в дальнейшем подобные события негативного особенно толка не повторялись. Мы имеем ряд неприятных и трагических историй, связанных с большими потерями среди личного состава. Прилет российских ракет в Николаеве, в казарму с морскими пехотинцами. Прилет в учебный центр в Десне, на полигон, на Яворевском полигоне Львовской области. Все эти факты неоднократно происходили в нашей истории в рамках современной полномасштабной российско-украинской войны. Были ли сделаны все соответствующие выводы? Были ли созданы условия для того, чтобы сохранить жизнь наших воинов в местах, где они сосредоточены, будь то для выполнения совместных боевых задач, либо же в ходе подготовки и обучения. К сожалению, ответ отрицательный. Не были сделаны соответствующие выводы. Если и в этот раз после трагедии в Полтаве соответствующих выводов не будет сделано, равно как и не будет привлечены к ответственности должностные лица, которые именно таким образом организовывали учебный процесс практически при фронтовой зоне, то я так думаю, что Украину и далее ожидает подобные истории и ситуации. И это очень печально по одной простой причине. Если мы не учимся даже на своих ошибках, то на чьих ошибках мы можем учиться и делать соответствующие верные выводы и принимать соответствующие правильные решения. Мы должны с вами понимать, любые мероприятия, которые соответствующим образом не исследуются и не предпринимаются соответствующие меры для того, чтобы в дальнейшем таких ситуаций не допускать, не повторяются. К сожалению, мы имеем достаточно трагическую историю и статистику гибели, массовой гибели украинских военнослужащих.
что тому стало причиной. Например, если мы рассматриваем кейс прилета по учебному центру в Полтаве, то очевидно, что нам критически не хватает систем для мониторинга дронов, разведывательных дронов. Ведь, собственно говоря, россияне не скрывают тот факт, что они буквально корректировали прилеты своих эскандеров по территории учебного центра с помощью разведывательного дрона. Если бы мы имели достаточное количество соответствующих ресурсов для мониторинга и, соответственно, уничтожения дроновых разведывательных систем противников, то такой трагедии можно было бы избежать. Плюс мы должны с вами понимать, что де-факто все прифронтовые регионы, они являются потенциально опасными. Противник использует баллистику, время прилета которой к целям составляет буквально считанные минуты. В таких условиях организовать учебный процесс в обычных зданиях и сооружениях, наверное, не очень рациональный подход. Почему школьники в Харькове идут в школу, которая расположена либо же в подземелье, либо же в метрополитене, а учебный центр в Полтаве такой опции не имел. Территория нашей страны достаточно велика для того, чтобы можно было оптимизировать процесс обучения и использовать для таких мероприятий иные учебные центры, учебные заведения. В принципе, как мне кажется, это было бы более рациональным вариантом. Ну и опять же, ключевой элемент состоит в том, что кого наказали? Из должностных лиц, которые принимали те или иные решения, которые, в конце концов, привели к массовой гибели украинских военнослужащих. Я таких историй, по крайней мере, в личной плоскости не слышал. А значит, безнаказанность порождает определенную тенденцию, в том числе с такими трагическими последствиями. К большому сожалению, опыт полномасштабной российско-украинской войны свидетельствует, это не первый прилет. И если не будет сделано соответствующие выводы, к сожалению, будет не последний прилет. Безусловно, компетенция привлечения к ответственности будет по итогам проведения следственных действий. Насколько мне известно, ДБР, Государственное бюро расследования, возбудило уголовное дело за данным фактом. Но кто будет привлечен к ответственности по итогу, я думаю, мы со временем узнаем. Я не господь Бог и не прокурор, чтобы навешать ярлыки. Но в любом случае я рассчитываю на максимально незаангажированное расследование, чтобы, невзирая на читы, на звания, на соответствующие связи, служебные, там, вертикальные, горизонтальные лица, виновные и создавшие предпосылки для такой трагедии, понесли заслуженное наказание. Это был бывший спикер Генерального штаба ВСУ, полковник Владислав Селезнев, фрагмент его интервью проекту «Радио Свобода. Донбасс. Реалии». Добавлю, что представитель Совета по национальной безопасности Белого дома Джон Кирби назвал удар по Полтаве еще одним ужасающим напоминанием о жестокости российского президента Владимира Путина по отношению к народу Украины. Удар свидетельствует о необходимости срочно усилить противовоздушную оборону Украины. США в ближайшие недели направят Киеву дополнительную военную помощь, сказал Кирби. Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил, что в ходе визита в Вашингтон он передал американской стране список целей для нанесения ударов вглубь территории России. По словам Умерова, для ударов могли бы использоваться армейские тактические ракетные комплексы «Атакамс». Издание «Политика» в середине августа писало, что Соединенные Штаты рассматривают предоставление Украине крылатых ракет большой дальности для истребителей F-16 – первую партию которых Украина недавно получила. В публикации отмечалось, что благодаря таким ракетам воздушные силы Украины смогут атаковать цели на расстоянии более 300 километров. Вместе с тем по-прежнему сохраняется запрет со стороны США на удары по целям в глубине России американским оружием. На фоне переговоров о снятии этого запрета сегодня состоялась отставка министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Ее я обсуждаю с независимым политологом Иваном Преображенским. Известно, что в отставку уходит сразу несколько министров в правительстве Украины, но я хотел бы обсудить именно отставку министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Как ее объяснить сейчас, когда в самом разгаре переговоры о возможности нанесения ударов западным оружием в глубине российской территории? Чем, на ваш взгляд, конкретно может быть вызвана эта отставка? Ну, насколько я понимаю, отставка Кулебы ожидалась и обсуждалась уже очень давно. Нет, она просто не то, что перезрела. Момент был пропущен, когда очевидно было, что необходимо радикально пытаться изменить внешнюю политику Украины снова. Очень много во внешней политике ушло от руководства Министерства иностранных дел к Министерству обороны после того, как министром стал Умеров, то есть человек, абсолютно никак не связанный с войной и даже не связанный с административными вопросами, а скорее человек с бизнес-бэкграундом. А последние
как минимум год-полтора очень активно возрастали амбиции главы офиса президента Андрея Ермака, который лично тоже проводил самого разного формата международные переговоры вплоть до Папы Римского, не имея формально никаких подобных функций, но при этом известно, что пользуясь наибольшим влиянием во власти. И в последнее время украинские коллеги, когда я спрашивал, говорили и внутри власти, и, скажем так, наблюдатели за ней, что Кулеба абсолютно перестал быть самостоятельной фигурой в этой системе власти нынешней. И это только вопрос времени, когда все-таки будет принято решение его заменять. Соответственно, сейчас его заменили, и причина, я так понимаю, в том, что он брался под другие задачи на самом деле, как и его предшественники, его задачей вообще в принципе было создать международную некую систему поддержки Украины. И его главной задачей выглядел вот этот вот форум по формуле мира, который прошел в Швейцарии, который определенно сейчас уже можно сказать удачным не был, на котором не удалось продвинуть в нужном формате и в нужном объеме украинскую повестку, а наоборот он превратился в форум в значительной мере, на котором обсуждали, по сути дела, главный вопрос, надо или не надо звать на него Россию, выслушивать российские условия. Соответственно, тот большой проект для украинской политики, под которого Кулеба приходил в украинский МИД и оставался, главное, там под этот проект в последнее время, он завершен, так или иначе, на мой взгляд, не вполне успешно. И, соответственно, Кулеба уходит, потому что перед МИДом, видимо, собираются ставить другие задачи. А Б – это, да, большая пакетная отставка, по сути дела, перезагрузка системы власти, без смены при этом, судя по всему, действительно ключевых фигур, в первую очередь Андрея Ермака. Как некоторые это называют, выборы в Украине без выборов, потому что выборы действительно провести невозможно, а ситуация как бы назрела и необходимо проводить какие-то изменения. Вот все то, о чем вы сказали, это результат действий Кулебы или Министерства иностранных дел Украины, по крайней мере, на данном этапе потеряло свое влияние, и вне зависимости от того, кто заменит Кулебу в условиях войны, очень серьезной роли оно играть не сможет. Я думаю, что второе скорее, то есть это действительно результат снижения, серьезного снижения влияния Министерства иностранных дел в условиях войны. Показательно, что вместо Кулебы обсуждается как наиболее вероятная кандидатура его же заместителя. И такое ощущение, что Министерство иностранных дел в Украине, как это ни парадоксально, сейчас оказалось примерно в том же положении, что и Министерство иностранных дел в России в свое время. У него нету своей повестки. Внешнюю политику определяет президент и его администрация в Украине, его офис. Другие министерства и ведомства перехватывают тоже у Министерства иностранных дел отдельные вопросы. И в итоге Министерство иностранных дел в условиях войны и в условиях массового выезда беженцев из страны, миллионов украинцев, находящихся за пределами государства, которых тоже надо каким-то образом обслуживать и так далее, оказывается отделено даже от этого. Даже эти вопросы, вопросы помощи беженцам, ими занимаются другие ведомства внутри Украины, а не украинские посольства и консульства. Получается, что МИД исключен не только из системы принятия стратегически важных вопросов, но и из реализации ключевых положений украинской внешней политики. Последним серьезным проектом для МИДа был саммит по формуле мира, который, повторюсь, нельзя признать удачным. Отставку министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы мы обсуждали с политологом Иваном Преображенским. Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев. Опросы показывают, что подавляющее большинство штатов главная тема экономики и инфляции, но аборты очень часто на втором месте. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 4 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский.
Власти США арестовали самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро и отправили его в американский штат Флорида. Это связано с тем, что самолет был приобретен в обход санкций, наложенных на Венесуэлу. США считают сфальсифицированными итоги недавних президентских выборов в Венесуэле, победителем которых был объявлен Мадуро. Кроме того, в 2020 году Соединенные Штаты выдвинули против Мадуро обвинения в контрабанде наркотиков и отмывании денег. Между тем, в самой Венесуэле суд выдал ордер на арест бывшего кандидата на пост президента страны Эдмунда Гонсалеса, которого венесуэльская оппозиция и Соединенные Штаты признают избранным президентом. Подробнее об аресте венесуэльского борта номер один из Флориды передает корреспондент «Голоса Америки» Елена Мещерякова. Конфискованный самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро приземлился от международного аэропорта Форт Лодердейл. Это в 40 минутах езды на север от Майами. В прессе уже появилось видео венесуэльского борта номер один. По сути, его вернули на родину в мае 2023 года. Частный самолет Dassault Falcon 900X был незаконно приобретен во Флориде за 13 миллионов долларов через подставную карибскую компанию и тайно доставлен на военную базу в Венесуэле. США президенту Венесуэлы и 14 членам его кабинета предъявлено обвинение в наркотерроризме и сотрудничестве с наркокартелями с целью наводнить кокаином США. С 2017 года он находится под санкциями. Все американские активы венесуэльского правительства заморожены. Все транзакции запрещены. Джет арестовали в Доминиканской Республике за нарушение как раз этих санкций и экспортного контроля. В этой операции участвовали сразу несколько федеральных агентств США. Таможенная служба, Бюро промышленной безопасности, Министерство юстиции США, которое выпустило следующее заявление. С мая 2023 года самолет Dassault Falcon с бортовым номером T7 ESPRT совершал почти исключительно полеты на военную базу в Венесуэле и использовался в интересах Мадуро и его представителей, в том числе для перевозки Мадуро во время визитов в другие страны. Министерство будет продолжать преследовать тех, кто нарушает санкции и меры экспортного контроля, чтобы не позволить им использовать американские ресурсы для подрыва национальной безопасности США. Американские чиновники сами признают, что конфискация самолета действующего главы иностранного государства – это неслыханный прецедент, но он должен показать, что никто не выше закона. Хотя в рамках закона США пытаются бороться с Мадуро уже очень давно, новый виток эскалации напряженности между Каракасом и Вашингтоном начался буквально месяц назад, сразу после президентских выборов. Чавист и коммунист Николас Мадуро объявил о своей победе с 51% голосов. Данные, которые пересчитала и верифицировала оппозиция, свидетельствуют о победе Эдмунда Гонсалеса с 67% голосов. США и ЕС результаты выборов не признали, но Мадуро, как он сказал после выборов, все равно. Мне все равно. Кто здесь решает, так это народ Венесуэлы, а не правительство Соединенных Штатов. Народ тем временем вышел на улицы. 2000 человек за последний месяц были задержаны, 25 убиты. США предложили Мадуро уйти в обмен на амнистию и отказ от преследования, но у того, похоже, другие планы. Сегодня был выписан ордер на арест его оппонента Эдмунда Гонсалеса. Мадуро собирается провозгласить себя президентом еще на 6 лет в январе. Доминиканская республика уведомила власть Венесуэлы об аресте самолета. В ответ реакция была незамедлительной. Мадуро назвал действия США пиратством и повторяющейся практикой экономического и военного давления на соседние страны с целью подчинения политике США. Правоохранительные органы США будут и дальше следить за перемещениями Николаса Мадуро, но его джет пока останется на флоридской стоянке. Из Флориды передавала корреспондент «Голоса Америки» Елена Мещерякова. Время свободы. Роскомнадзор пригрозил аннулировать лицензии провайдерам, ускоряющим работу видеохостинга YouTube в России. Как пишет издание Forbes со ссылкой на письмо ведомства, операторы получили указание не мешать блокировкам ресурсов, которые инициируют органы власти, в том числе не ускорять замедленный YouTube. В противном случае они потеряют возможность работать, причем Роскомнадзор грозит отбирать лицензии без суда. Между тем, председатель Совета фонда развития цифровой экономики
Америки в России Герман Клименко сказал вчера, что, по его оценкам, YouTube в России будет полностью заблокирован в течение 3-5 месяцев. Глава общества защиты интернета Михаил Климарев отмечает, что ускорение работы YouTube в последние месяцы было одним из конкурентных преимуществ провайдеров в России. Я не могу сейчас тут коротко это все объяснить, довольно сложная история. Но представьте себе, что вот эти вот приборы, которые установил Роскомнадзор каждому оператору связи, вот они называются ТСПУ, или, ну, правильно, что-то DPI, Deep Packet Inspection, они обрабатывают как бы весь трафик. Там есть какие-то определенные правила, по которым они, собственно, замедляют вот этот YouTube. Ну, и операторы связи просто обходят эти правила, там, добавляя специальные настройки на своем оборудовании так, чтобы трафик тек не через вот эти ТСПУ, а как бы тек вокруг. Вот, это, в принципе, возможно сделать, и я знаю, да, что некоторые операторы правда так сделали, потому что это, ну, сейчас является большим конкурентным преимуществом. Тем более, что Роскомнадзор так и не заявил, да, что он делает на самом деле, ну, там какая-то угроза объявленная о том, что там вообще официально этот YouTube замедляют. Более того, в российском законодательстве вот этого понуждения в виде так называемого замедления вообще не существует. Ну, то есть Роскомнадзор в лице вот этого заведения, которое называется ЦМУ, Центр мониторинга и управления сетями общего пользования, ЦМУСОП, вообще-то они занимаются незаконной деятельностью. В том смысле, что, ну, такого нет никакого замедления, в законах нет, и то, что они делают, это самоуправство в буквальном смысле. Что меня немножко раздражает, да, вот во всех этих вещах, это то, что все они говорят о вещах в будущем времени. То есть вот мы там сейчас создадим оборудование пятого поколения, сетей пятого поколения, и это уже длится там несколько лет, они говорят, вот в этом году что-то там будет, в этом году что-то будет. Ну, и здесь Клименко тоже, вот он эти будущности как бы выдает. Мы не знаем на самом деле, будут они что-то делать, не будут что-то они делать. Технически могут, да, то есть технически они могут все-таки там издать какой-то нормативно-правовой акт, хотя бы для самих себя, о том, что вот все мы там YouTube блокируем. Не замедляем, повторяюсь, нет такого в законе, а блокируем. И они могут его действительно заблокировать. Тогда и как бы и можно будет говорить о чем-то. Сейчас это, ну, просто вот фантазии Клименко, что он там где-то с кем-то курил в коридорах, вот, а сейчас это выдает за, типа, какое-то решение определенное. Сейчас Ютубом пользуется, ну, там, по разным, как бы, оценкам, до 100 миллионов человек. Ну, то есть это сколько получается? 80% всего населения России. Вот. И для них это, для некоторых людей, и, собственно, интернет это и есть Ютуб. Ну, потому что они там установлены на телевизорах, там, я не знаю, на чем-то, они включают и смотрят. Второй телевизор даже буквально стал. И люди будут, ну, как бы, привычки определенные выработали, они будут стремиться его все равно смотреть. Я думаю, что в случае полной блокировки Ютуба трафик, конечно, упадет, безусловно. Ну, то есть многие люди просто не справятся с техническими проблемами, но многие будут искать средства обхода, VPN, и они найдут их. Мы их предоставим это сделать. Кстати, к слову, там есть проект VPN-генератор, в котором вы не просто можете там получить собственный VPN, вы можете его раздавать друзьям и знакомым. Подключайтесь. Поэтому в каком-то смысле, да, что какое-то сопротивление этому будет оказано, но вот не в виде того, что там люди на улицу выйдут, а в виде того, что будут искать средства обхода блокировок, это будет массовым явлением. Это было мнение главы общества защиты интернета Михаила Климарева, фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Ну а Лига безопасного интернета – это, конечно, совершенно другая организация. Ее глава Екатерина Мизулина, известная как ярый борец за соблюдение так называемых традиционных ценностей, как и обещала, подала в суд на дизайнера и блогера Артемия Лебедева и журналиста Юрия Дудя, обвинив их в распространении недостоверных сведений, порочащих деловую репутацию как Лиги безопасного интернета, так и самой Мизулиной. Поводом для иска стал фрагмент интервью Лебедева Дудю, в котором Лебедев высказался о деятельности Мизулиной и ее организации. Вот короткий фрагмент. Лигу безопасного интернета Лебедев назвал «фигней на палке», только вместо «фигни» было слово грубее, поэтому пришлось запикать. И вообще в оригинале было очень много мата, так что вы услышите вариант со значительными сокращениями. Это Эзопов язык для описания турбопатриотов, которые считают, что они должны сказать, как надо себя вести, что они моральные камертоны, люди в таком белом пальто на стороне, условно, Кремля, как бы, да, себя так ассоциируют. Типа, они берут власть в свои руки, они такой православный шариатский патруль, который будет всем остальным указывать, там, где можно пить пиво, и как себя нужно вести, какие песни петь, что нельзя делать во время войны. Это собирательный образ таких вот людей. Ну, скорее всего, в основе лежит то, что они таким образом хотят себя спасти, купить себе индульгенцию заранее. Это чисто психологический прием защиты. Типа, мы настолько станем, как будто мы здесь власть, мы ее олицетворяем, что к нам не придут, потому что это мы тут говорим, как себя надо вести. Ее деятельность вредна для России, она
не помогает. Она отпугивает людей от России, создавая ощущение того, что она что-то решает или на что-то влияет, или вообще у нее есть какая-то должность, а у нее нет никакой должности, потому что ее, как называется, Лига безопасного интернета... Общественная организация, короче. Я тоже могу сейчас сказать, что у меня лига налепленных пельменей, и рассказываешь, как надо себя вести. Что вот не жрите вашу пасту с песто, потому что это вот плохо и неправославно. Поэтому да, я это горячо не поддерживаю, и считаю, что государство должно с такими людьми бороться. Это же инфотерроризм. Это был фрагмент интервью дизайнера и блогера Артемия Лебедева журналисту Юрию Дудю. Лебедев после публикации этого интервью пытался принести извинения Мизулиной, сказав, что не хотел никого оскорбить, но извинения приняты не были. И последняя сегодня тема. На открывшемся во Владивостоке Восточном экономическом форуме первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по защите семьи вопросом отцовства, материнства и детства депутат фракции «Единая Россия» Татьяна Буцкая заявила, что демографическими проблемами в России должны заниматься не только федеральные и региональные власти. Каждый работодатель, как уверена Татьяна Буцкая, должен отслеживать коэффициент рождаемости своих сотрудников. Правда, как конкретно работодатель должен это делать, Буцкая не пояснила. Не только губернатора, опускайте ниже. Каждый работодатель на своем рабочем месте должен посмотреть, а какой у вас коэффициент рождаемости? Вот в вашем коллективе у вас есть плюс один ребенок в этом году от каждого, кто может в этом году родить ребенка или нет? Вот именно так мы должны ставить этот вопрос. И я хочу сказать, что мы уже пошли по этому пути. У нас первые компании начали считать. Мы посмотрели, какой сейчас коэффициент рождаемости в этих компаниях. Ну и будем следить через год. Наша задача, чтобы, конечно, он увеличивался. Там вон в Орловской области два кузнеца требуются. Роди их! Роди кузнеца! Вынь да положь! Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну а у меня на сегодня все. До свидания. Студия подкастов «Радио Свобода».